Відмінною рисою нашого концертного туру є те, що ми працюємо в даний час для мешканців і цивільного населення міст, визволених від терористів Луганської, Донецької областей. Сьогодні ми даємо концерт у місту Краматорську. Елена Стрестовицкая, я из Краматорска. Очень рада, что мой любимый город спасли наши солдаты-освободители. Мы жили в этом кошмаре, в этом ДНР, в окружении бандитов, в окружении какого-то всеобщего маразма и хаоса, когда нельзя было выйти на улицу, когда нельзя было разговаривать на рідній українській мові. Не можна було навіть подумати, щоб вийти в вишиванці або символікою, бо за це могли вбити. Я призываю совесть двух народов. Остановите этот вот позор, когда бессовестная шайка мародеров ведет от имени народа разговор. Пусть здравый смысл сейчас восторжествует, и мы посмотрим правде все в глаза, как украинец с русским протестуют. Нам убивать друг друга здесь нельзя. Я призываю всех нас к диалогу, и мы расставим точки все над «и», мы выйдем все на общую дорогу, чтоб по-соседски нам по ней идти. Сказати хочу вам по-українськи, ви зрозумієте, від серця ці слова, кого вбиваємо ми зараз перестрільці, одна в нас доля і судьба одна. Федор Шишман. Представься, пожалуйста. Влад Крупко, город Краматорск. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от концерта и когда вообще последний раз у вас что-то подобное было? Последний концерт был 17 апреля проукраинский. После этого сепаратисты местные, да и вообще приезжие боевики не давали собираться. Всех как бы из участников Краммайдана разгоняли, кого отлавливали. Поэтому не давали собираться. Вот сейчас это было очень приятно после такого долгого освобождения увидеть военных, как бы приятный концерт про украинские песни, украинские, которые реально сейчас приятно слышать. Вот это буря эмоций просто.